Детский сад в Кепше построен в 1974 году. В те годы сюда ходили от 3 до 5 детей. Сегодня их 20. Группа одна, потому разновозрастная. И тем не менее, все занятия проводятся полноценно. Вот только уроков физкультуры до сегодняшнего дня у ребят не было. Теперь, благодаря шефам-меценатам, в детском саду появился спортивный зал. До этого помещение у нас просто было закрыто, не функционировало, так как когда-то в этом помещении находилась школа начальная. Теперь у нас прекрасный спортивный зал, светлый, уютный, оборудованный. И наши ребята могут постоянно заниматься физкультурой в спортивном зале. Также мы можем проводить различные праздники в этом зале. Садик в Кепше – это филиал детского сада номер 117. Основное здание расположено в Красной Поляне. Там группы в разы больше. Проблема нехватки мест в садах сельского округа будет решаться и за счет филиала в поселке Кепша. Не буду скрывать, у нас детские сады переполнены даже в Красной Поляне. Поэтому сюда, думаю, если мы создадим условия, будут и привозить, и еще будет очередь. Главное создать условия, люди это понимают. И не такое это большое расстояние. Сюда привозят не только от нас, привозят и из другого округа. И вот его реорганизация, реконструкция за счет привлеченных средств, я могу сказать, не бюджетных, помог предприниматель, позволит садик даже расширить, может быть, до двух групп. Так, сейчас мы скажем. О, молодец! Давай, еще раз. Кусочек отрежем вот такой, да, кусочек? О, молодец! Новому главе Адлерского района руководство сада озвучило и проблему. Дошкольное учреждение отапливается углем, но котельная не обеспечивает теплом все здание. Отопление у нас только вот в одной группе. В одной группе в спальне, то есть дети находятся в теплом помещении, а вот в спортивном зале сейчас установили кондиционер. И, конечно, хотелось бы, чтобы отопление восстановить, чтобы весь сад у нас отапливался. И тогда можно будет работать в комфортных условиях. С этим вопросом сотрудники детсада планируют обратиться и к мэру Сочи на личном приеме граждан, который Алексей Копайгородский проводит каждую субботу. На контроле у местных властей и вопрос безопасности. В Кепше во время дождей уровень воды в горной реке поднимается до опасных отметок. Регулярно возникает угроза подтопления. Поэтому в преддверии осенних дождей здесь заранее расчистили русло реки, чтобы вода не дошла, в том числе и до единственного детского сада поселка. Инга Габейшая, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.